Привет, Игорь. Я обращаюсь к тебе. Или как тебя называют твои продюсеры, Big Russian Boss. И хочу дать тебе шанс пояснить тот конфликт, о котором знаешь, наверное, только ты со мной. И хочу вызвать тебя на Versus, дать тебе шанс сказать это мне в лицо, а не за спиной. Я не буду срывать с тебя твою бороду. Твой платок, как у бабушек, и твои бабские очки, чтобы ты дальше остался анонимом и не терял свое лицо перед твоей аудиторией школьников, проигнорируешь и будешь дальше пиздеть за моей спиной, о моей музыке, моих слушателях. Я буду считать просто, что ты ссыкло, и твои сутенеры запретили тебе покидать бордель, который ты называешь своей шоу. Будешь дальше подсасывать у миллиардеров, футболистов или поп-звезд, которые нахуй никому не нужны. Можешь дальше говорить о деньгах, которых у тебя нету, или ламбу, которую ты, наверное, даже не можешь позволить себе взять в прокат. Я реальный человек, живу настоящей жизнью, как мои слушатели, как 98% на этой земле. И, Игорь, если тебя твои сутенеры отпустят, тогда я жду. Встретимся. Это Украина. Рад перископ майки .орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.